Сегодня у нас первая игра сезона. Хорошо начать сезон, это очень важно. Команда начинает с самых низов и посмотрим, до каких высот она сможет дойти. Ну и сможет ли вообще. Фарфан. Отлично сыграно, надо решать. Забирает мяч Галкин. Судья ставит штрафной, но карточку, видимо, где-то выронил по дороге. Мяч покинул пределы поля. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Владеет мячом команда и выбирает. Судья фиксирует офсайд. И тут такая сложная ситуация, сразу не скажешь. Фарфан. Это может быть опасная атака. Бездарная атака получилась. Теперь надо снова отвоевывать себе мяч. Потерял он мяч, но кому он достанется? Такое бывает. Это автогол. Я заснял. И, к сожалению, одних и радости других – это автогол. Да, на тренере просто нет лица. Он, конечно, не ожидал такой подставы. Но что тут скажешь, сами себя убили. Это может быть опасно. Удалось нейтрализовать атакующего игрока, кто первым на мяче. Пас назад. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Мяч летит в сторону ворот. Рядом со штангой. Мюллер. Это может быть опасно. Мяч потерян.
Нашел. У команды хороший настрой после победы в первом матче. Если и сегодня выиграют, будет положено хорошее начало чемпионата. Штрафной удар. Арбитр пока не торопится раздавать предупреждение. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Пока неплохо. Так. Ух, какой отбор. Грамотный пас. Все по делу. Аут. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. И пошла передача. Хорош. Защитник должен снимать такой навес, что он и делает. Агуэро! Головой пробил игрок. Рядом со штангой мяч проходит. Какой шанс? Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? А если бы вратарь сейчас не попал по мячу, что бы было? Посмотрим за этой атакой. Удар! Вступает в игру вратарь, все под контролем. Бей. Очередная потеря. Мюллер! Это угловой удар. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Отлично сыграно, надо решать. Неплохой перевод мог получиться, но защитник накрыл. Футбол быстрая игра, только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Арбитр останавливает игру и вполне карточку может показать за такое нарушение. Головой наносит удар игрок. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Остроумно сыграно. Хороший пас. Фарфан. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Нарушение очевидное. И судья может показать карточку. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Великолепный проникающий пас. Почти подошли к воротам, но защитник на чеку перехватил он эту передачу. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Фарфан. Это, конечно, не стандарт, но и из аута можно извлечь выгоду, особенно так близко от чужой штрафной. Да, над вводом мяча из аута им явно стоит еще поработать. Это может быть опасно. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался.
детская ошибка. Просто подарил он мяч сопернику. Игра головой, и мяч уходит за боковую. Просто подарил он мяч сопернику. Наверняка получит нагоняй от тренера за это. Есть поддержка в этой атаке. Можно что-то придумать. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Ну вот, стоило только заговорить мне об атаке, как они потеряли мяч. Мюллер. Это может быть опасная атака. И есть поддержка у этой атаки. Навес. Какой удар. Ну а здесь кого винить? Только себя любимого. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Мюллер. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Слаженные действия обороны. Это офсайд. Очевидно, офсайд фиксирует лайн. Судья дает продукт. Арбитр назначает штрафной. Ну так нельзя играть, конечно. Бесспорное нарушение правил. Ну здесь у арбитра не было никакого выбора. Никто бы не понял, если бы он сейчас не свистнул. Пока неплохо. Надежно играет защитник. Атака прервана. Агуэро! Такое впечатление, целил в угловой флаг. Судья добавляет 3 минуты. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Посмотрим за этой атакой. Агуэро! Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Уходит. Команда готова, тренерские установки получены, можно начинать. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. И пробил! Великолепный был момент, но счет остается равным. Это может быть опасно. Здесь защита справляется, мяч отобран. Футбол быстрая игра. Только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Как он работает с мячом, всех обыграл.
Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Тут просто подарили мяч сопернику. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Мяч за боковой линией. Мюллер. Фарфан. Это может быть опасно. Пол команды обыграл. Ничего себе. Агуэро. Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Ну, сегодня день вратарей. Оба голкипера великолепно играют. Ничего не пропускают и никого не подпускают. Защитник хорошо выбирает позицию и снимает этот навес. Положение вне игры. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Отлично сыграно, надо решать. Рамос. Фарфан. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Есть варианты, куда сделать пас. Вышел мяч в аут стараниями защитника. Мюллер. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Удар поворотом. Гол! И они на один мяч впереди. Перед матчем я, честно говоря, думал, что будет жесткая борьба в середине поля, а тут такая размашистая, открытая и фактически односторонняя игра. Да, давят они очень прилично, моментов создали предостаточно. И я бы сказал, что одна команда превосходит другую буквально по всем компонентам игры. Тут может что-то получиться. Вот это удар! Они выигрывают и будут подавать угловой. Опасная передача. Игрок обороны легко прерывает эту подачу. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Равенство по владению мячом. Да, и сам матч смотрится весьма равно. Фарфан. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точно. Бить надо! Гол! И все начинается сначала. Спокойненько закатывает мяч в сетку. Издевательски просто. Но ведь ему позволили это сделать. Позволили получить мяч, пройти к воротам и сделать то, что он сделал. Да, покуражился парень, но особо стоит отметить, конечно, его технику исполнения на высочайшем уровне. Мюллер. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Мюллер! Проверка вратаря. Он на месте, никуда не ушел. Угловой. Шанс выйти вперед. Ну, пора подавать. Мюллер. Папастатополос. Отличный сейв вратаря. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Фарфан! Пошли последние 10 минут игры. Какой шанс он?
А вот и гол! Да, ничьей, скорее всего, сегодня мы не увидим. А ведь игра до этого момента шла относительно равная. Но теперь вот этот мяч может решить исход всей встречи. Игра возобновляется, счет уже 2-1. Нарушение правил, за такое судья может и карточку показать. Тут защитник очень четко разобрался с этим навесом и не дал развиться атаке. Игра близится к завершению. Команда разделяет всего один гол. И за 5 минут можно успеть все поменять. Посмотрим, что предложит команда. Это не вбрасывание мяча, а его выбрасывание. Ну кто так играет? Голкипер забирает мяч. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Шанс-то был хороший, а? Согласитесь, обидно такой загубить в последний момент. Как он работает с мячом! Всех обыграл! И пробил! Это момент! Гол! Этот гол вполне по игре. Команда доминирует на поле, и нет ничего удивительного в том, что они увеличили разницу в счете. Вы знаете, если вратарь будет так играть, то, мне кажется, его и заменить могут. Он сегодня явно не в своей тарелке. Соглашусь с тобой, Георгий, очень неуверенно играет. Навес! Могло что-то получиться после этого навеса, но защитник сыграл уверенно. Фарфан. Это может быть опасная атака. Великолепно исполненный пас в разрез. Удар! В финале свисток.
Если сегодня удастся выиграть, то следующий сезон они начнут уже в другом дивизионе, повыше. Да, эта игра не последняя, но уже сегодня их судьба может решиться благоприятно. Для нас этот матч не имеет особого значения, но для игроков это не так. Любой вызов в национальную сборную – событие. Ударище просто! На месте голкипер, все в порядке. Ну, теперь все зависит от того, как он подаст этот мяч. И пошла передача. Тут видите. Папастатополос. Фарфан. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Не торопится. Судья ставит штрафной, но карточку, видимо, где-то выронил по дороге. Буду с моей стороны. Отличный пас в разрез. Этот навес не проходит. Защитник надежно сыграл в данной ситуации. Все верно. Края надо чаще задействовать. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Это может быть опасно. На некоторое время обезопасил он свои ворота. Аут, посмотрим, смогут ли они довести эту атаку до удара. Штрафная совсем рядом. Есть хороший адрес для передачи. Выбили у него мяч. Кому он достанется? И это удар! Штанга, момент не закончен! Защитник перехватывает этот навес. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Обостряющий пас, будет момент! Защитник подчищает, мяч выбит. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Потеря. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Ну а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Фарфан. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Отлично сыграно, надо решать. Ну вот, стоило только заговорить не об атаке, как они потеряли мяч. Отлично выбрал позицию и перехватил пас. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Неплохой мог получиться навес, если бы не защитник. Фарфан. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? И как пробил. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Тушит этот пожар. Защитник очень здорово и четко мяч вынес. Тут может что-то получиться. И здорово играет защитник. Терпеливо ждут они своего шанса. Хорошая возможность доставить мяч в штрафную, а там уже побороться.
Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Совсем не обязательная потеря. Мяч уходит на угловую. Что творится? Чем падает? Держись. Болельщики гостей пытаются свистом привлечь внимание судьи к затем. Отличный удар! Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Отличная передача. Фарфан. Аут. Здорово! Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Это явный фол. Посмотрим, какое решение примет судья. И это желтая карточка. Это может быть опасно. Потерял он мяч, но кому он достанется? Мяч перехвачен, защитник молодец. Мне показалось, что игрок в офсайде был. Ну, мало ли что, мне кажется. Стадион недоволен, стадион свистит, гости не торопятся с вводом мяча в игру. И это не нравится болельщикам хозяев. Разумеется, эта ничья устраивает их гораздо меньше, чем гостей. Отсюда и свист. Перехват в центральной зоне. Судья добавляет 3 минуты. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Вот это ввод мяча из аута. Сразу же соперник. Вот это удар! Будет угловой. Я назад. Уходит. У них 3-5-2. Команда уже на поле, и второй тайм начался. Это может быть опасно. Какой удар! Это момент! Гол! Этот гол многое меняет. Теперь им надо 2 мяча забивать. Честно говоря, я в успехе сомневаюсь. Ну, в следующем матче будет возможность все поправить. Гол – это первый, а половина матча, между прочим, вторая. Попасть отопнулся.
Барбан. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Ударище просто. Какой сейв, вратарь творит чудеса. Ждем угловой. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Хорошая передача. Отличная игра в пас. Все точно и по делу. Хороший обостряющий пас. Классный отбор. Молодец. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Мюллер. Игрок, нарушивший правила, уже имеет горчишник. Давайте еще раз посмотрим, как был забит мяч, который вывел команду вперед. Давай, Паша. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось, они просто потеряли мяч. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Посмотрим за этой атакой. Пас в разрез очень точно. Великолепная игра в пас. Есть поддержка в этой атаке, можно что-то придумать. Продолжают владеть мячом очень долго. Будет штрафной. Генич лет 20 назад с таких забивал. Хозяева выигрывают, а игроки, болельщики, гостей все чаще обращают внимание арбитра на затяжки времени. Но это абсолютно ожидаемо и логично. Хозяевам спешить не... Ловит мяч вратарь. Не получилось забить со стандарта. Нарушение очевидное. И судья может показать карточку. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точные. Попасть Татополос. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Удар! Опасно! Надежно играет защитник. Атака прервана. Можно играть дальше, считает арбитр. Это пас в аут. Просто подарил он мяч сопернику. Наверняка получит нагоняй от тренера за это. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Опасно! До конца второго тайма примерно минут 15. Ну и плюс то, что добавит арбитр. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше?
Момент для удара. Фарфан. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Это может быть опасная атака. Попытка обострить игру. Да уж, вряд ли удастся сегодня победить. Ну что ж, задача повышения в классе как минимум откладывается до следующего тура. Пока неплохо. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Только что я говорил об их атаке, теперь уже надо... В последних секундах матча они получают право на штрафной. До конца игры 7 минут. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Фарфан. Он по-прежнему на газоне. Нужна помощь врачей. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. Отлично сыграно. Надо решать. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Табличка в руках, четвертую судьи, 3 минуты добавлено. Потерял он мяч, но кому он достанется? И за кого же играет судья в этом эпизоде? Решится ли судья показать ему вторую желтую? Вторую желтую игрок получает, и это значит, что он покидает поле. И его команда получает вот такие необязательные, но совершенно реальные проблемы. Отличный пас в разрез. Хороший момент. Какой отбор! Вовремя! Вот и конец матча. Скромная победа 1-0. Очков команда сегодня не набрала, но было видно, что они в неплохой форме. Не повезло. Да, знаешь, я не сомневаюсь, что в итоге они все-таки все равно будут бороться за чемпионство. Он на позиции.
Если сегодня удастся выиграть, то следующий сезон они начнут уже в другом дивизионе, повыше. Да, эта игра не последняя, но уже сегодня их судьба может решиться благоприятно. Товарищеский матч сборных нас с вами ждет. Грамотный пас, все по делу. Аут, посмотрим, смогут ли они довести эту атаку до удара. Штрафная совсем рядом. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Может получиться интересная атака. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. В этой атаке оборону пройти не удалось. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Какой удар! И выше ворот приходится этот удар. Мяч покинул пределы поля. Месси. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Детская ошибка. Решил пробить. Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Посмотрим за этой атакой. Почти подошли к воротам, но защитник на чеку перехватил он эту передачу. Плохо сыграно. Мяч потерян. Браво. Фарфан. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Очередная потеря. Фарфан. Свисток штрафной. Недовольны болельщики гостей, во всем видят затяжку времени. Их можно понять, хозяева действительно не очень торопятся вводить мяч в игру. Хорошее оборонительное действие, и кто первым успеет к этому мячу? Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Отлично сыграно, надо решать. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Головой пробил он по мячу. Пробил головой он. И это гол! Этот гол многое меняет. Теперь им надо два мяча забивать. Честно говоря, я в успехе сомневаюсь. Ну, в следующем матче будет возможность все поправить. Великолепный удар головой, и такие обычно не берутся. Да, и в общем-то отличное исполнение без шансов для голкипера. Итак, у нас аут.
Месси. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Защитник хорошо прочитал пас и перехватил его. Могло быть опасно. Отличная передача, но атака все-таки сорвалась. На пару решили разыграть эту комбинацию. Фарфан. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Попасть Топлес. Это может быть опасно. Месси! Ох, какой гол! Какой гол! А вот еще один мяч в их воротах. Похоже, парни смирились с тем, что сегодня свою задачу им не решить. Впрочем, сильно огорчаться не стоит. Впереди же есть еще игра. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Я нажал. Фарфан. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Месси. Продолжают владеть мячом очень долго, пора бы уже как-то обострять. И красиво, и полезно, замечательная передача. Так, неплохо. Отличный удар. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Месси. Может быть, он думает, что защитник играет за его команду? Это угловой. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Надежно играет защитник, атака прервана. Опасная подача была, но оборона справляется. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Получает мяч на ходу. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Мюллер. Фарфан. Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Пока неплохо. Сохраняет мяч футболист. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Плохо сыграно, мяч потерян. Просто невероятный перехват. Мюллер. Арбитр назначает штрафной. О,
Он накручивает соперников одного за другим. И как пробил. Вратарь спасает, но эпизод еще не окончен. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Отличный момент. Ударище просто. Ну вот и все. Отворот показывает арбитр. Перехват в центральной зоне. Вот это удар! Целил в угловой флаг, похоже, но и в него не попал. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры смотрим. Папас Татополос. И вот потери в центре поля. Месси. Это может быть опасная атака. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Нарушение очевидное, и судья может показать карточку. Мы слышим свист трибун, и это болельщики хозяев недовольны затяжкой времени. Гости выигрывают, торопиться им некуда. Если так дальше пойдет, то судья щедро добавит к основному времени матча минуту-другую. Удар от ворот. Такие приемчики нравятся болельщикам. Он бьет. Мяч за пределами поля. Угловой. Не безинтересная задумка, но исполнение не точно. Пересек мяч боковую линию. Это может быть опасно. Месси. Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Защитник перехватил передачу. Месси. И справляется вратарь с этим ударом. Ждем угловой. Черный. Бьет он головой. Слабый удар головой, если это вообще можно назвать удар. Ну, такие удары для этого вратаря, как говорится, семечки. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Так, только не останавливайся, дальше двигай. Фарфан. Мюллер. Тут может что-то получиться. Пол команды обыграл. Ничего себе. История футбола знавала случаи, когда отыграл. И пробил. И что это? Гол! Так, я думаю, что по такой игре вратаря это не последний забитый мяч. Бедный тренер. Ему, в общем-то, остается только закрыть глаза и ждать свистка. Похоже, с итогом встречи все ясно. Ушел мяч. Удар от ворот. Восемьдесят третья минута матча. Браво. Посмотрим за этой атакой. Ну, а потом скажут комментатор. Судья назначает штрафной. До конца игры совсем немного времени.
А на трибунах-то полнейшая тишина. Да, приуныли болельщики, праздновать-то особо нечего. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Какой пас проходит? Навес. Момент для удара. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Мюллер. Где он столько насчитал? Целых 4 минуты, не понимаю. Отлично сыграно, надо решать. Мюллер. Чуть не упал он, но все же в итоге ему удалось. Ничем не сумел соперник ответить на 3 забитых в его ворота мяча. Головой пробил он по мячу. Пробил головой он. Это может быть опасно. Месси! Справляется вратарь с этим ударом. Пол команды обыграл. История футбола знавала случаи, когда отыгрывает. И пробил. И что это? Гол! Давай. Got it.